Угу. Мне еще в Яндекс.Навигаторе нравится, знаешь, что я карту скачал с телефона. Ну, и он тогда берет вообще копейки. Ну да. Там она что-то 400 мегабайт весит. Один раз ее скачал, и все. Это да. Опа. Лампочка сдохла. Погасла, да? Ага, да. Его левая. Водительская. Что-то моя мормушка не звонит. В Ашане завезли новые эти, там, целые наборы новые, блядь, для рыбалки. Да? И отдельно эти. А что вы не посмотрели? Да я забыл, что я говорю, что, блин, я за в Ашане забыл пиздануть пару блесен, блядь. А блесна там дорогие, блядь, ну качество так не айс. Не скажи, блин, наш супер-пупер. Но блесна, блядь, 200-250 рублей, ну ни хера себе, это до хера. Ля тут жрачки стало, ля, сука, шаурмятина, ля, гамбург, ля, сука, нифига себе. Все работает, да? И все работает, да? Вот тут столько этих рынков. Ну, бля, запущено, да? Это запущено, ощущение, что все отвалилось. Что отвалилось, да, 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 что бампер что-то отвалился, да. Ля, зато мог бы на синенького ленива. Да это, я знаю, что хочу. Чё? А ты не просто Infiniti покататься? Давай запишемся на тест-драйв. Попробуй запишись. Сколько раз тебя портовать будет? Ну это надо один сколько лишь? Или по барабану? По барабану? Чё, ты на джип, блядь, я на седан. Блять, все-таки знаешь, дурацкая идея не покидает, на Старосвету ехать на море. Хорошая идея. Почему? Смотрю с этой, блядь, погодой, с нашей ростовской, жопа пиздец, да? На Старосвету так, блядь, погреть по косточке хорошо было, мы свежим воздухом подышали. Чистый воздух. Чистый воздух, да. Знаешь, хоть говорится, хоть, блядь, на годик, но подольше прожить. Тем более, я думаю, внуков по-любому будут на море привозить. И так, блядь, внукам врать, блядь, месяца на три на все лето. Да. Чтоб родители могли нормально, блядь, почпокаться, блядь, не то, что мы сейчас. Везде. Да и вы, да? Малую вы. Укладываешь спать и все. Не, ну это понятно. Я помню, мои родители меня лет с пяти бабушке, дедушке на три месяца на все лето отдавали. Я тоже такое помню. Да? Да, классно было. Блядь, а ну, видишь, у меня нету, блядь, бабушка. Мать бы меня малую бы забирала, чтобы я только родилась, она бы в удовольствие было вообще шикарно. А вот Маринкин родители как-то вот, блядь, знаешь, как-то хуй его знает, не знаю. Городские. Да, может быть, может. Они тоже. Выдыхается, на дни не оставляешь, приходишь, мама такая. Хотя выйди, он маме, да, выйди на получить Карла Маркса, там детская площадка. Сядь просто, она уже, Настя уже взрослая, она уже понимает более-менее, она все уже понимает. Она носиться будет, она сама будет, она 3 часа побегает, она устанет. С утра выйди погуляй, да? Да. В обед поди с ней полежи, поспи, она просто положи на минут на 20, просто полежи. Говорит, так, полежи, глазки закрой, чтобы глазки отдохнули. Она вырубится, дитё. Час-полтора точно поспит. Потом проснись, покушай и опять гуляй, блядь. И дитё будет развитие какое, физически будет развито, блядь. И родителям. Сиди, блядь, просто контролируй ребенка там. Сейчас там, фу, как стоячего, оп. Я сегодня себе лампочки нашел, блядь, как раз лампочки надо было две в машину. Так вот, что ты, это тебе не подходит? В машину! Это машина. Какие? Синенькие ты, а, не-не-не, мне задние. Мне надо было на стоп-сигнал, который под стеклом, третий. У меня перегорело, блин. Хотя нигде она не перегоревшая, ничего, знаешь, нормальная лампочка. И в
габарит двух.